И начинаем выпуск «Печальной вести». Ушел из жизни Ибрагим Хаджи Качиев, кади Карачаево-Черкесии, заместитель председателя Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии, имам села Дружбы. Человек, которого знали, искренне любили, уважали все. Слова соболезнования семье выражает глава республики Рашид Тимрезов. Ибрагим Хаджи Качиев – религиозный общественный деятель, человек с большим сердцем и светлой верой. За свою жизнь он успел сделать очень многое. Никто не оставался без его внимания и помощи. Для каждого он находил слова поддержки и утешения, призывал к единству и миру. Особенно много значили его мудрые слова и дела в трудные дни пандемии. Невозможно оценить его огромный вклад в духовно-нравственное воспитание молодежи, которую он всегда учил жить по законам ислама, быть добрым, честным, отзывчивым, работящим и заботиться о тех, кто рядом. Это невосполнимая утрата для всей республики. Светлая ему память. Похороны Ибрагима Хаджи Качиева прошли сегодня в селе Дружба, где он долгие годы был имамом. О жизни религиозного деятеля Аслан Герюгов. На протяжении всей жизни Ибрагим Хаджи Качиев помогал сиротам и нуждающимся. Никто не оставался без его внимания и поддержки. Религиозный и общественный деятель. Человек с большим сердцем, который искренне помогал и сопереживал всем людям. Нельзя переоценить вклад Ибрагима Хаджи в духовно-нравственное воспитание молодежи. Этому он уделял особое внимание. Он стоял у истоков образования Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии и с первых дней работал на благо общества. При его непосредственном участии происходило возрождение ислама. Ни один религиозный праздник не обходился без его участия и наставлений, ведь Ибрагим Хаджи для всех был учителем. Это невосполнимая утрата. Это действительно так. Такого человека навряд ли больше у нас будет. Я надеюсь, иншаллах, Ибрагим Хаджи будет тоже обладателем рая. Он делал очень многое. И невозможное он делал. Вот что поделаешь, ушел от нас. Нам единственное остается только молить Всевышнего Аллаха, чтобы он его простил. Чтобы он его сделал обладателем рая. Ибрагим Хаджи Качиев на протяжении 40 лет работал на духовном поприще. Активный, энергичный, он пользовался непререкаемым авторитетом среди населения. Для людей он был добрым другом, лучшим советчиком и имамом. Проводить Ибрагима Хаджи в последний путь собрались люди со всей республики и не только. Несмотря на пандемию, услышав эту печальную весть, никто не смог остаться в стране. Очень большая потеря для нас. Ибрагим Хаджи очень хорошим мусульманином, достойным человеком был. Да, для нас большая эта потеря. Отзывчивый был очень. Всем пытался помочь, помогал. По мере возможности он всем помогал. Это был великий человек на самом деле. Можно сказать, он отец всех бездомных, обездоленных, сирот. Он дух имама нашего поднимал иман всей республики. Поэтому сейчас всем нелегко приходится. Ну, на всю волю Всевышнего. Думаю, дальше мы будем вспоминать то, как он нас учил, и будем стараться двигаться по этой дороге. Кадию республики Ибрагиму Хаджи Качиеву было 59 лет. Последний месяц своей жизни он боролся с болезнью. Без преувеличения можно сказать, что Ибрагим Хаджи Качиев был религиозным символом Карачаево-Черкесии, объединяющий все народы и конфессии, что очень важно для многонациональной республики. С его уходом осиротело не только село Дружба, но и вся республика. Аслан Герюгов, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, село Дружба.